Иисуса Христа. Больше у нас нет других прокрасок. Потому что только лишь кровь Иисуса Христа действительно есть ценность наша. И мы искуплены от суетной жизни только лишь кровью Иисуса Христа. Размышления о крови Христа, о его жертве Христа в Голгофе, они для христианина это прокраска, царская прокраска. И никакие стирки этого мира, парки-варки, не страшны человеку, который прошел это баптизо, прокраску, это естеством Христа, кровью Иисуса Христа. А обескровленная церковь, обескровленное христианство, это ну, курумнастское христианство. Это уже так, не баптизо. Так что будем настоящими баптизо. Хорошо, ну и сделаем сейчас перерыв, и потом продолжим. Так, слава Богу.